Привет, ребят! Сегодня я постараюсь рассказать в двух буквально словах, как настроить простую систему, обычную повседневную, без усилителей, когда у вас просто, например, вот такое головное устройство компании Pioneer, в котором есть какие-то небольшие фильтры. Первое, что вы, конечно же, кинетесь настраивать, это эквалайзер, потому что большинству звук, который есть сразу, изначально, просто из коробки, когда вы вставляете головное устройство, он не нравится. Заходим в аудионастройки, и здесь есть установки эквалайзера. Заходим в них, есть простая, есть там какие-то сверханче, естественные и так далее. То есть куча просто каких-то эквалайзеров. Но я рекомендую вам создать свой пресет. Вот, например, в Пионере можно сделать два пресета. Есть пользовательский один и пользовательский второй. Вы заходите сюда. Вот эта частота, то есть это основная частота, на которой будет подъем. И она стоит сейчас в ноль. Частоты здесь менять нельзя именно в этом головном устройстве. То есть вы просто выбираете 80 Гц, например. И там, если хотите добавить баса, то попробуйте добавить. Но я рекомендую все-таки частоты наоборот убавлять, чтобы у вас не начинала хрипеть система ваша, чтобы был звук без искажений. Например, мы убавили его в минус 2. Еще раз нажимаем. Опять начинает моргать у нас частота. Выбираем следующую частоту. Следующая 250 Гц. Ну тут у нас возможно, что бубнит система. Можно убавить, там, например, минус 3. Еще раз нажимаем, выбираем 800 Гц. Возможно, нам все нравится здесь. Мы покрутили, там, в плюс, покрутили в минус. Все нас устраивает, оставляем, например, в 0. Дальше. Это все еще среднечастотный диапазон. Это верхняя середина 2,5 кГц. Она более такая яркая. То есть, если вам звук, у вас звук тускловатый, вы можете сделать, там, например, плюс 2, если вы все остальные убавили. Либо можете просто ее оставить на нуле, а все остальные немножко убавить, чтобы у вас серединка более яркая была. Следующая частота у нас 8 кГц. Тут уже и пищалка начинает более ярко играть. Если у вас нет пищалки в системе, то у вас середина начнет более ярко играть. То есть здесь то же самое. Настраиваем. Опять же, не рекомендую делать плюс, потому что у вас будет рано начинать искажать система. В данном головном устройстве эквалайзер 5-полосный. То есть 80, 250, 800, 2500. И 8000 Гц. Настроили мы, например, эквалайзер, все нас устраивает, выходим отсюда. Если нам понадобится еще какой-то эквалайзер, настраиваем второй. Здесь можем все поднастроить под себя, то есть, например, все в ноль выставить там, или где-то выставить там минус 1, например. Это все дело, конечно, хозяйское. Тут рекомендации я уже дал. Рекомендую делать только в минус. Дальше выходим из эквалайзера. Если мы слушаем потихонечку, то есть не крутим на всю систему, и нам хочется, чтобы было побольше как бы басов, побольше высоких частот, можно включить тон-компенсацию. В данном случае она выключена, но если вы нажмете на нее, то она может включиться либо НЧ, либо СЧ, либо ВЧ. В большинстве систем, которые я слышал, люди выбирают ВЧ, потому что очень много высоких частот и огромный объемный бас, просто жирнейший появляется. Единственное, что если вы слушаете очень громко, рекомендую этой функцией не пользоваться, то есть выключить ее. Следующая настройка. Усиление баса также не рекомендую добавлять, потому что, скорее всего, будет искажаться звук. Вот это самая главная, пожалуй, настройка, без которой вообще нормальная система не может функционировать. В большинстве случаев это есть на усилителях, но мы сейчас рассматриваем ситуацию, когда усилителя у нас нет. То есть есть только головное устройство, к которому подключено 4 динамика. Если у нас, например, играют овалы, давайте я сейчас сделаю погромче, чтобы вы могли понять, как будет меняться звук. Я выйду просто отсюда, сделаю громкость примерно на 10. Слушаем. Сейчас включен фильтр 100 Гц. Я его выключаю полностью. Появляется жирный такой бас. Но в этот момент динамик может работать на своем пределе, особенно если вы слушаете громко. Поэтому делаем громкость на максимум, который мы можем слушать. То есть примерно, ну, например, я слушаю на 30. В моем случае я настроил на 80 Гц, если вы обратили внимание. То есть
high-pass фильтр, фильтр высоких частот, настроен на 80 Гц. Это означает, что от 80 Гц и выше все будет играть, а примерно где-то 80, потом 40 и так далее, вот это все ниже, оно уже начинает тише играть, либо вообще перестает играть. Но я думаю, где-то герц на 50 уже очень тихо будет играть, то есть где-то минус 24 децибела на октаву. Это очень большой спад, и даже уже 60 герц практически не слышно. Опять же, нужно слушать, обязательно учитывайте уровень громкости, на котором вы это слушаете. Если уровень громкости большой, то овалы рекомендую настраивать где-то на 80 Гц. Если уровень громкости небольшой, то можно пробовать и 50, и 63, но нужно слушать, чтобы они не хрипели. Если начинают хрипеть, то повышайте, конечно же, уровень фильтра. Ну, 80 Гц для овальных динамиков с резиновым подвесом, это, мне кажется, оптимальный вариант. Дальше, есть еще настройка такая интересная, баланс. В большинстве систем она вообще никак не настроена. Значит, я могу от себя посоветовать. Так как у вас левый динамик к вам ближе, а правый динамик от вас дальше, то можно настроить немножко, сместить у вас общую сцену. То есть получится, что у вас звук примерно одинаково будет доноситься до вас обыкновенным просто балансом. То есть приблизить к себе правый динамик и отдалить от себя левый. И уже будет немножко по-другому ощущаться звук. Единственное, что звучание для пассажира станет хуже. Пассажир в этот момент будет страдать от ухудшения качества звучания. Это чисто для водителя делается. То есть, если вы в большинстве случаев ездите один, и у вас вот такая именно разносторонняя акустика, то есть правый динамик, например, дальше, а левый ближе, то опять же заходим в баланс и меняем. Правый делаем, например, громче, там на плюс 1 или может быть плюс 2, в некоторых ситуациях может быть даже плюс 3. То есть это нужно делать строго на слух, так как нет никаких у нас временных задержек, ничего нету, то вот такая ситуация, возможно, спасет вас, и будет звук именно такой, как вам нравится на самом деле, а не то, что вам дали с завода. То есть вот для этого есть настройки. Еще в головных устройствах может встречаться фейдер. Фейдер — это перемещение по такому же принципу, только не слева направо, а спереди назад. Для чего это нужно? Например, у вас стоят спереди динамики в передних дверях, в задних дверях или в полке в автомобиле стоят овалы или какие-то еще динамики. И вам немножко не нравится баланс между передом и задом. Например, у вас сзади могут стоять более высокочувствительные динамики, они могут играть громче, забивать ваш фронт, и вам хуже слышно фронт, то есть звук страдает из-за этого. Либо наоборот, передние двери очень громкие, а вы хотите, чтобы вас окружал более-менее равномерный звук, и чтобы вас это не раздражало. Настраивается это строго на слух. Самый главный плюс, что эти настройки можно настраивать в любой момент. То есть, если у вас есть свободная минутка, вы слушаете звук, он вам не нравится, появилось у вас свободное время, вы просто нажали пару раз на кнопочку, подкрутили, там плюс туда, минус туда, там, или по центру выставили, если у вас все хорошо, поменяли наоборот, назад, на заводские, да, установки. В принципе, по аудионастройкам именно в этом головном устройстве у меня все. Есть еще такая функция, когда вы заходите в меню, выбираете функции, именно на вот этих головных устройствах компании Pioneer есть такая функция SRTRV. Здесь стоит единица, можно поменять ее на двойку, либо можно выключить. Что делает эта функция? В первом и втором положении она пытается раскомпрессировать более качественно ваш аудиотрек, то есть звук более богат частотами становится. Опять же, делайте это только на слух. Это не тон-компенсация, это не обогащение звука, это попытка расконвертировать ваш файл именно в лучшем качестве. Если вас устраивает качество, если вы, например, на этом головном устройстве слушаете FLAC, то есть формат аудиофайлов без компрессии, то есть в отличном качестве, то можно его отключить, он никаких улучшений вам не даст. FLAC — это идеальное качество на данный момент, и для современных музыкальных композиций оно более чем подходит. Но если вы слушаете в основном MP3 файлы, то попробуйте включить SRTRV, первый либо второй вариант, возможно, это вас устроит. Я его обычно выключаю. Вот такая вот, ребята, настройка. Я надеюсь, что данное видео будет вам полезно. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить свою оценку.
Обязательно напишите комментарий, возможно, я что-то не сказал, потому что рассказываю я все эти истории из своего личного опыта, все, что я добился путем экспериментов многолетних и так далее. Не забывайте подписываться на канал, будет еще много интересного, оставайтесь с нами. Всем вам большой удачи в жизни, здоровья, чистого и громкого звука. Пока, увидимся.